Ну, это же маразм. Там же просто нужно, никто не собирался их сносить. Вообще Черноморку никто никогда не собирался сносить и трогать. Там просто нужно было опустить рельсы и сделать реверсионное движение, трехрядное, точка. Ее никто не трогал никогда. Ну, спасибо Игорю Маркову, он взял достойного депутата себе в команду. И он уже сам страдает, кстати говоря. Потому что нельзя пускать козу в огород.